И снова здравствуйте. Смотрите, хотел вам показать, как в Пенанге, или на Пенанге, как они отвоевывают у моря сушу. Вот смотрите, вот внизу, да, вот там, где дорога, там раньше море начиналось. Вот сразу после дороги, то есть уже было море. Вот, и где-то полтора года назад они начали засыпать вот эту вот территорию. Смотрите, куда уже засыпали. Видимо, им не хватает площадей для строительства вот этих вот небоскребов, вот этих вот. Вот. И они их застраивают. Ну, видимо, они все равно где-то вгрызаются глубоко в грунт. Вот, поэтому, наверное, оно все-таки устойчивое получается. А вот та часть еще пока не засыпанная. Ну вот ее тоже уже начали как бы засыпать. Видите, машина, техника работает. Он просто берут и намывает туда песок. А вот на той стороне это уже как бы Пенанг находится. То есть вот я сейчас нахожусь в Джорджтауне. Или острове Пенанг. Почему-то и то называется Пенанг, но вот это именно называется Джорджтаун. Вот, это остров. По мосту ехать минут 15-20. Длинный мост. А вот внизу интересно. Это бассейн от вот этого вот отеля. Ну, отели здесь не дешевые. Я уже думал, на кой хрен здесь столько этих отелей. Реально, на самом деле, иностранцев здесь очень мало. Вот. По улице в основном шатаются, особенно вот в этом районе, в основном шатаются китайцы. Их здесь на Пенанге 60%. Но вот, судя по тому, сколько их здесь, ну, наверное, все 70%. Потом немножко индусов и потом местных малайцев. Не так уж много, на самом деле, их тут. Вот. Это... Мы сейчас находимся в Гурни Парагон. Вот. Ну, всем пока.